Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 737. Масса сушеных грибов составляет 11% масса грибов, взятых для сушки. Сколько получится сушеных грибов из 2 килограммов грибов, которые взяли для сушки? Надо ответ дать в граммах. Давайте сразу тогда 2 килограмма переведем в грамме. В 1 килограмме 1000 грамм, значит 2 килограмма 2000 грамм. А 11% это переведем в десятичную дробь, 11 разделим на 100, 0,11. То есть нам сейчас надо найти 0,11 от 2000. А это значит 2000 умножить на 0,11. А это равно 220 грамм. Умножить можно устным. 11 умножить на 2000, это будет 22 тысячи, и отделить два знака запятой, это будет 220. 220 грамм сушеных грибов получится. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.